исполняющий обязанности министра социальной защиты. И защите их прав, как на муниципальном, так и на региональном уровне. В очередь детей в возрасте до 3 лет сокращается 7%. Это выше показателей по Российской Федерации в целом. По своей должности, поэтому интересный опыт субъектов Российской Федерации, где за последние 6 лет объемы финансирования мер социальных найдут. Я просто...